Вот это вот моя плантация схизантуса. Значит, вот я буквально перерыла весь интернет, хотела узнать, черенкует или нет схизантус. Этой информации нигде не нашла. Решила на свой страх и риск попробовать черенковать. Вот это я уже схизантус, вершки все обрезала. Мне не хватило 4 черенка, поэтому я сейчас 4 черенка для кассеты не хватило. Поэтому я их сейчас отрежу и мы их посадим. Значит, вот 4 черенка. Вот здесь вот у меня это 40-я кассета, то бишь здесь идет 40 штучек рассады схизантуса. Значит, листики немножечко подрезала, воткнула, прижала. Также листики нижние убрала, подрезала. Здесь обновила срез, прижала, оставила. Здесь черенок очень длинный, поэтому добью его вот до этого междоузлия. Точно так же. И остался последний, тоже длинноватый черенок, потому что иначе в крышку упрется и будет не то, что мне требуется. Значит, вот здесь вот у меня разведен укоренитель. Фитактив экстра. Я, значит, взяла, здесь литровая бутылка, я взяла 4 капли на 1 литр. Значит, полила только, буквально по капле, полила по капле. Вот 40 штук у меня готово. Значит, есть у меня вот такая мини-теплица. Я накрыла, и весь процесс мой окончен. Домой отнесу, промаркирую, и будем смотреть, как он будет укореняться. Всем спасибо и до свидания.